Всем привет, друзья! Мы играем Седьмые Герои, проходим кампанию за Ивана, и у нас вторая карта, и уже близится завершение ее. Так, Анастасия сразится с одним из героев. Беру армию, оставлю вампиров одних. Думаю, как с нейтралами мы тоже сможем с ними так сработать. Это маг у нас. Единство, ясность. У него грандмастер изначальной магии. Потом удачка прокачана. Воздух. Ну и армия не слабенькая. Анастасия тоже у нас маг. Давайте посмотрим, кто кого. Баты агонию нашу снимут. Давайте тогда кинем существа, которые не касаются. Бата. Посмотрим, что они смогут сделать нам. Остановка времени. Призыв элементара. Ну, мне, в принципе, лучше. Они меня не могут атаковать. Вампира у меня первая скорость. По манне у меня гораздо больше всего. Защиту. Остановку времени. Тогда играется, что все его погибнут просто. Самые жирные стеки — это у нас кирасиры, легионеры и аббаты. Спасение было, если бы они начали меня не наносить урон. А так это бессмысленно для них. Ха-ха-ха!
что-нибудь такое уроновое. Площадное. Маленький урон от цунами. Огня у меня нету. Рядом со мной. Уклоняется только от физических атак, магических не уклоняется. Разобрались без потерь. Защите к лидерству. Открываем обсерваторию. Военная школа. Драконы. Герой противника. Раз нам встречается паладин, у него только защита более-менее. Thank you.
давайте вампиров заполучим в стрелку. Подождем атаки по нам, чтобы иметь возможность восстановить потом вампиров, выбрать какой отряд нам ударить для полной регенерации. У нас достаточно знаний. Карна выйдет. И Анастасию мы порталим Хорн Крест. Заберет ее ударные стеки и передаст Ивану. Себя уже чувствовать безопасно. Шеймус был готов на любую подлость, чтобы сломить наш боевой дух. Это был его выбор. Раз ему не досталась империя, так пусть сгорит. Он не понимал, что его вероломство лишь подстегивало решимость моих союзников. Своими поступками он доказал, что не создан для трона империи. Пока еще миссия не закончилась. Продолжаем, как мы запланировали движение. Каравана выкупает. Давайте пробиваем гарнизон. Единичку хотел я отделить.
поскольку изначально у меня мгновенного перемещения нет, чтобы закинуть туда армию. Блокируем лучников. Еще одну элементальку заблокирую кирасиров. Еще урона нормально. Тут нам же разрушено, нужно проходить. Не знаю, что делать. Лезть не буду. Подожду. Сюда скелетов можно подвести. Пробиваем гарнизон. Входим внутрь.
Танис еще подземки не прошла. Ракшаса подставил своего. Большой отряд. Даже не вижу, не видим края. Карна у нас тоже получила уровни после встречи с Анастасией. В принципе, ничего интересного. Нет, хотя Эльрад помогает усердно. Построили плотину и здесь проход. Можем оба остаться в выигрыше. Мой замок неприступен, а вы на пределе. Отступись. Если эта война продолжится, в конце не будет победителей. Мы оба потонем в море слез. Ты проиграл, Шеймус. Сложите оружие, и война закончится. Одна из твоих дочерей станет герцогиней, а ты получишь тихую старость. Я герцог дома оленей. Мы равны.
и оба можем претендовать на трон Империи. Ты мне больше не ровня. Я перерос тебя. Я служу высшей цели. Я служу народу Империи. Значит, сегодня ты умрешь, как и те, кому ты служишь. Хотел порезать караваны, надо было быстрый бой. Пока я город захватывать, хочу посмотреть, что в этой части находится. Также не будем заходить всякие повышаловки. Но вышка — это отлично. Выход из подземелья, еще драконы. В принципе, наверное, и все. А другой альтернативный проход. Дорожка, выход из портала и проход. Соответственно, нету смысла тянуть время, и мы тогда нападаем на Шеймуса. Армии у нас достаточно. Последнее очко распределим. Своих лучников поставим в уголочек. Даже можно за камни эти баррикады. Скорее всего, они будут давать бонус к защите от стрелковых атак. Сегодня мы оба погибнем.
Эта империя рухнет. Вернутся времена бесчисленных кланов, и страну поглотит хаос! Та эпоха мертва, и твой труп сгниет в той же могиле! Еще раз давайте взглянем на параметры. Атака, защита, атака повыше, защита чуть пониже, магический, мне казалось, в гильдии воров повыше были параметры. Грандмастер расового, мантия огня опять же, грандмастер огня. Навык атаки, удача. Ну и бонусы от города. Армия не такая страшная. Вопрос, что он будет кастовать. Интересный вариант. Выстрелились в линию, можно следующим ходом драконом залететь и ударить по ним. Можно было, в принципе, это сделать, наверное, на этот ход, если бы я сюда встал бы, я бы залетел. Увеличиваем свою удачу. Давайте попробуем заблочить сразу 4 отряда. Да, парализация срабатывает. И можно нанести неплохой удар. Стоят, скелеты не пройдут пока.
Продолжим свою атаку. Пролезать уже не смогу, но хороший урон нанести. Так, смотрим, кто тут из отрядов больше всего может надамажить. Все друг друга прикрывают, не очень их удобно бить. Волков порежу. Хорошо, что он вышел. Ворота открыты, я все равно не могу пройти, пока они не разбиты. Хорошо, меня лупасит практически. Половину стека уже выбили. Меня стрелки продолжают атаковать, блокируем их элементалями. Получается атаковать, чтобы два отряда сразу зацепить. Больше делаются в работу. Thank you.
Завершаем основное задание. Стены Хорнкреста пали, и это положило конец честолюбивым планам Шеймуса. Империя победила. Наконец-то я понял смысл истории моих советников. Неважно, любят ли тебя драконы, главная битва — это битва с самим собой. Не боги пишут историю этого мира. Хочешь оставить свой след? Сделай это сам. Императору нужна невеста. Пусть она несет свет и озаряет наших соседей, принося им мир и процветание. Я поклялся уважать народ и почитать драконов, но народ для меня важнее. Возможно, однажды моя история поможет какому-нибудь правителю принять правильные решения и защитить свой народ. Завершили мы последнюю кампанию, кампанию за Ивана. Спасибо, что смотрели меня на протяжении столь продолжительного времени. Ждем дополнения с гномами, которые обещали 4 августа. Пока они не вышли, я думаю, что поиграю некоторые сценарии. Спасибо всем еще раз за внимание. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, следите за новыми видео. Всем удачи, пока!